тайму, колеги. Післяматчевий коментар головного тренера команди «Рух» Леоніда Станіславовича Кучука. Мы сегодня проиграли, значит, мы проигравшие. Команда соперника, благодарю за игру. Значит, мы очень невнимательно играли у своих ворот при стандартных положениях. В принципе, это сразу вот первый гол там решил. Значит, очень тяжело на выезде и все время догонять. Хотя пытались играть. Играть нужно играть, а не играть на эмоциях. Мы сегодня играли на эмоциях, поэтому эмоции нам мешали, а не помогали. Поэтому команду поздравляю. Двигаемся дальше. Все. Дякуємо.